нередко многодетными становятся замещающие семьи. Только в Омутинском районе таких 80 семей. И воспитываются в них 120 ребятишек. Всего же в семьях живут 96% детей-сирот Тюменской области. Как строятся отношения между ними и новыми родителями, узнали мои коллеги. Корень, лес. Лесник. Да, лесник, правильно. Выучить уроки с Марусей и Таней, сводить младшего Кирилла в поликлинику на процедуры. Соседи и знакомые Татьяны Пермяковой удивляются, как она все успевает. Тем более, что многодетная она стала уже на пенсии. 3 года назад забрала из приюта сестер, а 2 года назад пожалела и взяла из больницы маленького и слабого мальчика. Маша, меня давай мамой звать. Таня... бабушкой, раз она побольше, мать этот. Эту приезжают, с садика привозим. А ты что, маму не знаешь? И вот начинается, то мама, то бабушка, то мама. Я говорю, зовите бабушкой. Тут они обои уже, Кирилл был, приходят ко мне и говорят, мы тебя будем мамой звать. И снова опять же, когда мама, когда бабушка, когда мама. Я говорю, я вам бабушке гожусь, говорю, давайте зовите бабушкой. Я уже привыкла. Мне кажется, я не могу без них. Я им всегда свеженькая кашка, вот не дадут обмануть. Я все накрою уже, поднимаю Кирилла, потому что он ревет, когда девочек вперед поднимаю. Мы идем умываться, потому что я ему еще помогаю умыться. Вот скажи, ага, Кирюха, я тебя никогда не брошу. Дима, любуйся. Знаю, сладенький. Мамой для социальных сирот Татьяна Павловна работает уже много лет. Еще и потому, что существует система мер социальной поддержки. За каждого ребенка, принятого на воспитание, замещающие родители получают денежное вознаграждение. Плюс пособие на содержание ребенка. В Тюменской области сегодня около 400 семей желают принять детей. Всевозможная помощь, конечно, семьям оказывается. Также и контроль со стороны органов опеки осуществляем. То есть это посещаем семьи первый год, это каждые 3 месяца, раз в 3 месяца, а последующие года раз в 2 года. Чтобы понять, все ли хорошо в приемной семье, иногда достаточно просто увидеть детские рисунки. Вот тут вся семья. Ну, покажи пальчиком, расскажи, кто здесь. Бабушка, это дедушка, это Коля, брат, это Кирилл, это я, вот это вот Таня, и это дом. Анастасия Касымова, Александр Вележанин, Тюменское время.